Александр Сергиенко пришел на встречу к президенту с чертежами. Его ЗОЖ-проект уже поддержали именитые спортсмены, в том числе герой Беларуси Дарья Домрачева. Активисты создали в Минске 9 площадок для занятий воркаутом. Хотят нести ЗОЖ в регионы. Мы, в свою очередь, разработали еще один проект уникальной площадки, но этот проект требует немножко доработки и участия инженеров, конструкторов. Если бы нам с этим помогли, то было бы здорово, так же, как было бы здорово, чтобы такие площадки появлялись во всех регионах нашей страны. В чем нужна помощь? Чем помочь? В чем? Нужно участие профессионалов, кто нормально в этом разбирается, инженера, там, конструктора, чтобы понимать, как это все может быть, как это может реализоваться. То есть у вас есть идеи, но вы их еще не материализовали? Ну, как бы частично материализовали, но это еще надо будет чуть-чуть доработать. Наталья Ивановна, заберите предложение. Если у вас в развитии что-то есть новое, не вопрос. Мы посмотрим со специалистами. Вы поработаете. Наталья Ивановна, глава администрации президента, вам подскажет.